Скажіть, будь ласка, такі заяви припустимі для голови європейської країни? У мене не було договорів. Не страна посилати кредитора туди, де на білет ми знаходимося самі. Не боїтесь, що народ вас відправить в тому ж направлінні? Це право народу. Я би з удовольствием з вами об'яснився, але нет времени, спеціально їду в Раду, щоб розставити ці точки над «і». Извините. Я прошу прощения, пожалуйста. Спасибо. Деяния открываем музей. На старте внимание президента нам бы очень помогло. Я бы с радостью, но мне сейчас не до прошлого. Тут бы с настоящим разобраться. Я уже молчу про будущее. Один умный человек сказал, не выучив уроков прошлого. Президента вызвано психическим расстройством. И, судя по симптомам, это синдром Ганзера. Замутнение сознания, эпатажное поведение, абсурдная и бессвязная речь. Скажите, пожалуйста, на глаз, вы можете поставить точный диагноз? Нет, для этого нужны клинические обследования. Тогда извините, это остается всего лишь вашим предположением. Мы собираем факты. А все, что у нас есть из фактов, это комментарий главы МВФ, которому мы верим. Но нашему президенту мы тоже верим. Спасибо. Поэтому давайте послушаем остальных участников этой встречи. Оксана Анатольевна, вы можете подтвердить слова нашего президента? Правда ли, что на этой встрече были прописаны какие-то условия, которых мы не знаем? Обговаривалось, что-то предлагали мы, что-то предлагал МВФ. Вот видите, опять никакой конкретики. А нас интересует конкретно. Поднимались ли вопросы сокращения сельского хозяйства, радиоактивного могильника? Поднимался ли вопрос сланцевого газа? Сегодня это то, что Украина не получила транш 15 миллиардов и сейчас очень сильно рискует своей репутацией на международном уровне. Что вы на это скажете, господин президент? Я все сказал. И друзья мои, как вы видели, высказались. Я думаю, нас рассудит народ. Вы знаете, он уже это сделал. Сейчас в сети набирает популярность ролик одного народного блогера. То, если вы не видели, я очень советую вам посмотреть. Вместе с нами. Итак, внимание на... Кстати, интересную историю, как президент он стал... Просто учитель истории. С Вася Голобородько ща каждый знаком был. Учитель, а... Стал хитрым, скользким, вороватым, хохлом. Начинал, как все, бодро и смело. Ради пиара посадил премьера. Теперь, может, и сам посидит пару годков. Я прошу прощения. Я не готов. Конечно, сейчас все для ваших благ. Что захотите, происходит. Вот так. Машины вот так. И дачи. Вот так. Короче, страну вы регулярно. Вот так. Доллар взлетел, промышленность стала, но все понимают. Это только начало. За коррупцию и взятки мы на вас злимся. Как будем решать? Давайте с вами договоримся. Снова вы шутите, а в это время в стране культура, экономика и бизнес. Надеюсь, людей нечего брать. Все безработные, что дальше будете делать? Займемся животными. Вы обещали привести нас в Европу. Ответим вам вашими же словами. Идите вы. Красотою лепо. Бровями союзно. Что ты очень могли поешь? Ты новенький? Ты князь? Президент он. Когда правил? Судячи з одягу, десь кінець 20-го, початок 21-го століття. А, ясно. Ти Кучма? Ні, не Кучма. Той Рудий був. Тогда, может быть, это тот, кто страусов поддерживал? То Янукович. Тогда, может быть, тот, кто пчел поддерживал? То Ющенко. Что это у тебя, шоколад? Так это же... Ні, і не той. Так кто ты такой? Назви свое имя. Василий. Який Василий? Блаженный? Ну, можно и так сказать. О деяниях своих поведай. Какие земли присоединил, какие народы поработил, кого на кол посадил. Честно говоря, ничего подобного не делал. Так ты ничего не зробив, бусурмань? Ничего не делал. Это Кравчук. Той Леня, а цей Василь. Як твое прізвище, синку? Голобородько. Одну минутку. Голобородько Василий Петрович. Имеется дата рождения и дата смерти. Я умер. Был задушен отцом, а потом отравлен собственной сестрой на ладье. Уверен, сначала задушен, потом отравлен? Да. Не важливо, як він здох. Важливо, як він жив. Які вчинки, діяння прямое? Ничего нет. Прочерк здесь пусто. Так ты лямся. Баламошка. А ну-ка, Нестор, поведай нам, что на земле нашей стало после этого Голобородько. А ничего не стало, княгиня. Смута настала. Олигархи еще 2 года Украину сношали, рвали на части, а потом и не стало ее совсем. Растащили ее соседи. Ну за что, бая? Треба щось робити. Кто зараз там гетьманить? Я. Так ты ж мертвый. Нет, все, я не мертвый. Я же живой, я действующий президент. Та чого ж ты ничего не робиш, бісовий ти сине? Слушай, я делаю. Делаю все, что могу. Просто как управлять? Думай, гетьмане. Та что здесь думать? Вот человек, который знает, что делать. При нем эта земля была процветающей, богатой и независимой. Ніч моя сіз балалар. Передам місіні мій. Арматур Бішпек Бабай. О, запоминай, он діло говорит. Хамамар, мотор твой баях. А вот это самое главное. Мотор той баях. Баях. Мотор той баях. Хотите узнать больше?